Привет, привет, Саша, с победой! Ура, ура, ура! Привет, с Да. победой! Спасибо, да, привет всем. Саша, в Ну как ты, финале? как ты там? Ну как? Держимся, пока не спрашивают, уже дни считаю, секунды, минуты до того, как домой прилечу. Долго все это Терпи, длится. терпи, Ну мы да, вот болельщики с тобой, да, и прям такие терпеть. болеют неимоверно. Ты просто поняла, что выбора нет, и в любом случае сидеть до конца, и решила все-таки играть в финал, а не за третье место, да, Ой, как? да, вот это, наверное, самое обидное. Вот тут мучиться, мучиться, и потом еще проиграть вот этот матч за третье место. Все правильно, Не так сказал. пожелаешь врагу. Непонятно зачем. Я уже предлагала как бы с девочками обсудить и сыграть ну, круговичок побыстрый, или еще лучше блиц, как бы разойтись по домам. Ну вот не получается. Саша, ты, наверное, как бы рада тогда новым изменениям и тому, что теперь финал длится из только две партии. Очень. Я уже сказала, да, у меня было интервью с Матч ТВ. Я говорю, как хорошо, что у нас в финале две партии. Потому что играть здесь, быть здесь еще недельку, знаете, четыре партии, еще там два выходных, еще тайбрейк. В общем, я очень довольна, что да, в финале только две партии. Ну да, все познается в сравнении, да? А сегодняшняя партия тоже была очень интересная. Там вот какие-то были несколько, наверное, таких моментов важных. Да, мне сказали, что этот ферзя должна была поймать. Да, вот. Но на самом деле, ладья c4 я, конечно, считала, но я не видела, что на ферзь d6, я поэтому отказалась. Там, видимо, ладья c6, я не знаю, почему-то я отказалась. Саш, а Ладья ты такой ход, как c6. вместо ладья c1, ты вот задумалась перед ходом ладья c1? Вот у меня такой интересный вопрос. Мы долго Ладья думали. a4 мне нравился ход очень Ладья сильно. a4, я хотел бы, я прям Да, но долго думал, я, что именно этот ход ну, сделать. естественно, да, я его бы, наверное, сделала, но я просто не понимала, что после ладья d8 мне будут делать. Ну, понятно, да. Просто интересный ход такой, да, ладья Да, p4. интересно. Ну, то есть я чувствовала, что здесь большой перевес, но, как это часто бывает, в партии не так просто оформить. Ферзь b4 она пошла, это я видела. Ну да, я тут считала, что ферзь a5 ей надо ходить, и вот эти варианты я не могла, честно говоря, понять. После ферзь бьет a5. Ладья a1, ферзь b4, вот это все считала. Ладья a4, ферзь d6, c5. Пробовала еще здесь c5 сделать ход. Мне кажется, вот здесь c5. Считала, ладья бьет b6 разные. В общем, я считала за нее ферзь a5. Основное не нравилось мне все, что происходит здесь. Она пошла dc, да, ну и видимо, что-то я тут не досчитала, да. Но самый сложный момент в партии для меня лично был вот этот. То есть я когда ходила ладья e1 на слон e6, я, конечно, собиралась ходить слон c3 просто. Попроще, да. Да, и мне казалось, что у меня хорошая позиция, потом на c4 отъем, на 6 может быть отъем. Но тут в мою голову пришла мысль, а не побить ли на e6? К Ну, сожалению, появился эгоистично. еще один ход-кандидат. Но я не знаю, то есть если бы это была какая угодно другая партия, конечно, я с хрустом бы побила и не думаю. Тут же переоценишь это. Жертву, и все, и без качества. Ну, я надеялась, я посчитала 10 минут, посчитала, ну, и надеялась, что компенсация будет достаточной. Ну, в Пошла этом ладья. турнире жертва качества у тебя вообще это как вот ведущий такой мотив, да, в твоих партиях получился. Вот с Марией Музычук ты даже два там, ну, как бы, да, дала две ладьи там за три фигуры. Вот, то есть. В общем, качество показала. Да, но вот тут, видимо, я слон c5, не знала, что делать после слона c5 во время партии. То есть слон c3, ферзь b5, да, я это считала. И эндшпиль после конь e5 считала, но, естественно, в эндшпиль не хочется идти. А с другой стороны, что тогда делать? Ну, в общем, я считала слон c5, не знала, что буду делать. И в этот момент последовал конь d5, но конь d5 я видела, что выходить нельзя из-за слона g5. Вот. А здесь я не знаю, что бы я делала. Позиция не такая ясная. То есть в компьютере я вижу, говорит, что из-за этого надо ходить сначала слон c3.
Просто когда я конь c4 делала ход, мне казалось, что это очень сильно, да, конь переходит на e5. И только потом я заметила ход с конь c5. Если компенсация есть, жертва материал, надо быть точной. Шанс у моей соперницы, но после конь d5 просто все съедается. Все съедается. Тебе не показалось? Я думаю, что китайская шахматистка уже была вымотана до этого, потому как сегодня она разыграла русскую партию в Сочи против тебя. Сумасшедший дом. Я думаю, она просто ход h5 еще сделала, по сути. Может быть, она решила, что так как ей Кате удалось вот таким вот h5, g5 безумно немного обыграть, то и со мной так тоже получится. Вот. Конечно, ход h5 в этих структурах, мне кажется, вообще нигде не делается. И в конце концов, вот эта пешка и пала. И, да. И позиция очень тяжелая, конечно. Но это мы отметили после дебюта. Похожий сценарий был с Катей Лагно, когда тоже какие-то движения пешек были на королевском фланге в дебюте, достаточно несуразные. Угу. С дебюта сложилась хорошая позиция. Да. Ну вот финал, да, ты смотрела за партией, которая сейчас еще продолжается между Александрой Музычук и между Анной Музычук и Александрой Горячкиной. Видела ли ты позицию, как оцениваешь? Там неприятный шпиль, да, такой? Да. На два результата, так скажем, пробьет, не пробьет. А крепко, да, пока непонятно, как пробивать, хотя... Баскетбол. Но я бы, честно говоря, ну как, короля на c4, там короля в пешке опять, но я бы думала, что близко к выигранной позиции. То есть защищать я черными бы не хотела, конечно. Ну, Анна пошла в пассивную стойку вот после 32-го хода, и стоило обязательно активизировать ладью на второй ряд. Вместо этого она сделала ход ладья а8, и встала в такое пассивное положение, которое, в общем-то, изначально считается печальным. Ну да, тут партия. Как есть, так есть, тем не менее. Так, завтра выходных никаких нету. Завтра сразу же финал. Нет. Все-таки, если Александра выиграет, то у нас выходной завтра, потому что завтра день тайбрейка у женщин и выходной у мужчин. Поэтому надеемся на всеобщий выходной, да? Угу. Всеобщий выходной. Саш, ну вообще, ну как ощущение? Ну в финале последний раз, когда ты играла все-таки Кубка мира? Я думала, 20 лет назад, но нет, все-таки в 2008 тоже был финал. Все-таки да? Первый раз 20 лет назад, да, в Москве. Я вот вспоминала против Жучень. И как бы, между прочим, не такой маленький промежуток между первым финалом и вот, я надеюсь, не последним все-таки. Ну, Настя. Ощущения, ой, да, вот такие, как Володя сказал, да, дотянуть бы до конца. Надо домой надо, уже давно. Вот, но что делать? Боремся. Не отпускают тебя Сочи, Саш, придется испить это все, как говорится, весь этот турнир до конца. Вот. Да. Желаем тебе удачи, понимаем, что, спасибо. Видимо, очень сильно устала, да, ну, как бы, в общем, ну, браво, что сказать. Спасибо. Да, успеха, конечно. Только успеха здесь можно пожелать. Терпения и успеха. Спасибо. Боремся.